Доброго времени суток, дамы и господа. Не секрет, что компания Blizzard пытается привлечь в игру как можно больше игроков. Делают это разными методами. Для игроков Warcraft в дополнение Dragonflight вводятся различные Twitch дропсы, чтобы еще и привлечь внимание к платформе Twitch. Конечно, это круто, это классно, при условии того, что я сколько лет уже стримлю на Twitch. Это способствует заходу новых людей, с ними есть о чем пообщаться, это стимулирует людей посещать Twitch вообще в целом, и, так сказать, аудитория Вова расширяется. Были Twitch дропсы к дополнению Dragonflight, потом через какое-то время еще были, на релизе торговой лавки были тоже Twitch дропсы, и вот в эту среду выходит обновление 10.07, и к обновлению 10.07 тоже имеется интересный Twitch дропс, а именно нам дают игрушку. Если мы откроем вкладку коллекции, то мы ее даже можем глянуть. Игрушка «Танец». Танцевальный, негасимый, электрический. Шарик такой красивый будет. Начинает танцевальную вечеринку, КД 5 минут. Грубо говоря, диско-шар. Крутой, интересный. Ну да, возможно, для каких-то там ролеплей игроков это будет прикольно. Но в любом случае, это плюс игрушечка, поэтому получить ее в целом не помешает. Что для этого нужно? А для этого нужно, как и раньше, прикрепить Battle.net к Твичу, Твич к Battle.net, все это дело сделать. Если вы делали ранее, то вновь делать ничего уже не нужно, у вас как бы все прикреплено. Сроки проведения с 22 марта или с 21 даже до 2 или 3 числа. То есть в целом более чем полторы недели, почти две недели даже. Посмотреть нужно любой абсолютно стрим в течение 4 часов. То есть, условно, вы можете хоть 8 разных стримов посмотреть по полчаса. Ну, не одновременно, а поочередно. То, знаете, бывают ситуации, то, что там люди только-только заходят, да, на стрим, спрашивают, сколько ты еще стримить будешь? И там, я буду стримить 30 минут. Ой, нет, все, я тогда стрим смотреть не буду, я пойду на другой. Нет, это абсолютно ни к чему, можете хоть на одном полчасика посидеть, потом в другой день еще где-нибудь полчасика. Как говорится, думайте сами. Мои же ссылочки, мой твич, как всегда, в описании. На этом все. Смотрим 4 часика в любой какой-либо день, в любые дни, как хотите, сами все решите. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!